Вот, друзья, мы сегодня в гостях у Федора. Федор, сколько твоей жаробки этой? 10 месяцев. 10 месяцев, да. О, на 10 месяцев она супер. Она у тебя уже будет тут 400 килограмм гарантия. Видите, цыган есть цыган. Вороных коней у жару мыя. Видите, даже уставка. Федор, а какой это породы? Метр 75, мамка говорит. Ага. Ага. Вот такая кобылица. Ну, сейчас гляну. Еще две поить, да? Ну, тут у его пастбища хватает, таки парк большой. Ты, наверное, по кругу как обойдешь, а посешь, так и осень приходит, да? Ну, отец ему помогает, бляха. Батька утром поет, ты вечером, да? Тоже в заработке ездил в Питер. Это Федоровые годованцы. Ну, добро, друзья. Пойдем дальше, поедем. Перебивать, блядь. Похудела моя кобылица. Как Федор зовешь? Машка? Похудела кобыла моя. Пошли перебьем. Да, ну и нахуй, как ходит, ну и нахуй. Как ходит, я завтра перебью. Возраст уже 4-й год, да? Да, 4 будет. 4 года. Она, знаешь что? Ну? Она в декабре родила. Она хорошая кобыла у тебя, крупно. Я знаю, что хорошая. Хорошая. А грибы все у вас не растут. Ну я тебе скажу, она бегает верхом, да? Ебануться, блядь. Как бегит, что, блядь? Ну вот эту кобылицу Федор может пригонить ко мне. Ну, далековато, 20 километров. Может, попробуем случить ее бастионом. Кобыла достойна. Супер. Еще же ребят не водила. Пирадок хороший, все. Травы в его, видите, белоцветочка хватает. Ну, добро, друзья, поедем дальше. Еду к другу в гости на шашлык. До новых встреч. Федор, давай. Удачи тебе. Блять, батарея села. Слышишь?